Знание добралось и до Орла. Речь идет о российском обществе, которое запустило по всей стране просветительский марафон. Суть – показать нашу необъятную страну талантливой молодежи в формате лекций и экскурсий. За спиной этих ребят Белгород, Калининград, и вот нога ступила на Орловщину. Гуляли по литературному кварталу областной столицы и заглянули в гости к Тургеневу. Парк наполнен сейчас разными точками, как можно говорить, локациями. Когда еще такое увидишь в роли экскурсовода в Спасском Лутовидове, глава региона? Речь на просторах музея-заповедника шла о самобытности развития Орловщины, талантах которых вспоила наша земля и векторах развития будущего. Ну и где, как не на Тургеневской земле, говорить о литературе, той, что зацепила Андрея Клычкова больше всего. Безусловно, записки охотника и Иван Сергеевич, но он и, как бы это ни звучало, его легко читать, потому что Лесков, Андреев непростые писатели, и их нужно читать глубоко. Для многих из собравшихся точка на карте под названием «Орел» до этого момента была неизведана. Ну и наш регион, как учтивый хозяин, не мог произвести плохое первое впечатление. Мне очень понравился этот город, архитектура необычная. И когда мы были вот в центре, получается, города, у администрации, там очень понравился парк, который на около реки, вот. Прям очень красиво сделано. Уже сейчас эти ребята направляются навстречу другим городам и областям. Ребятам это очень интересно. У них остаются очень яркие эмоции, потому что для них важно, что их встречают, что им все показывают. Они этим наслаждаются. И у них остается прям огромное количество впечатлений. Эта поездка, с одной стороны, развлекательная, с другой – познавательная. В условиях пандемии словно глоток свежего воздуха. Возможность узнать по отдельным чертам и особенностям регионы нашей страны. Вобрать в себя частичку каждого и снова вернуться туда еще не раз. Это организация, которая сегодня начала выполнять важнейшую задачу, которая требуется сегодня в обществе. Это создание условий для развития талантливой молодежи, а по сути это создание условий для всей молодежи, детей, раскрыть свои возможности, таланты. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной».